блядь, буквально сколько прошло? Минут 15-20? А я тебе что и говорил, Надо узнать у местных, можно ли здесь курить на улице. Да я думаю, можно. А то так. Меня полицай остановит и скажет, типа, блядь. Ну я что-то пока не вижу, на самом деле, чтобы кто-то курил. Я вот тоже. Здорово, чат. Нет. Веди на Манхэттен. На этот. Times Square. Да, на Times Square. Всем хай, как говорится, всем привет. Hello. Знаю, звук, скорее всего, дерьмо ебаное. А почему? А потому что у меня iPhone. Нет. Что? А, побитый, короче. У меня что-то с микрофоном. Да ты его на чистку сдай, у меня такая же херня была. Да не, не в этом дело. Не в этом дело. Как тут травой пахнет? Ох, еба. Так, ребят, всем привет, с вами я. Товарищ Александр, вот смотрите, все-таки он заехал в Америку, все-таки у него это получилось, ура. Вот так вот. Мы сейчас находимся на Манхэттене, вот в таком вот месте, ебанутом просто жестком, и ну просто гуляем как бы, вот и все. Я показываю человеку Америку. Да? Давай, свои первые впечатления. Грязно, воняет мочой, травой, хуевое метро. И это заебись, в этом и прикол Америки. Это за первый день мы были в районе, где за углом от нас какого-то типа захуярили руками и ногами, туда поехали копы, мы ночью поехали в фармаси, и это было прям... Не, ну мы как бы изначально... Ой, ебать, башня у чела была на голове, тупо я, блядь. Ну такое, у меня лучше. А, тут как бы прикол в том, что Гвин решил... забронировать себе отель на пару дней. Но ни я, ни он, мы не знали, в каком это районе, в каком районе находится этот отель. Он просто был очень дешевый. Потом, когда мы туда приехали, мы поняли, почему он был такой дешевый, блядь. Там тупо бронированный, короче, там тут бронированная капсула, где тип сидит с этим, с... Ресепшн. Ну, ресепшн, да. Да. Надо будет заехать карточку ему отдать. Да, бля, я думаю, вообще похуй. Да не, блядь. Он сейчас меня спишет, блядь. Да, мы, короче, в гетто случайно заехали. Там такой отель, пиздец. Ну и, соответственно, сами знать, какие там люди. Ебать, мы туда приехали, ты там посрал, и мы уехали. И мы оттуда, блядь, еще и в душ сходил, да. А потом на выходе я шел, короче. Я иду, а у меня соседи в отеле просто слушают жесткую музычку, тейк-оффа. Просто раскуриваются нереально. Просто вообще... Я думаю, ну, они сказали бы, йоу, чел, давай с нами, я бы сказал бы, окей. Подожди, стоять. Открой свой телефон и стрим мой. Я хочу посмотреть, что там как вообще. Сейчас. Давай, давай. Бам-бам-бам-бам-бам. То говорят, что-то с качеством не то, по-моему. Бам. А что, я... F? В смысле, F, что пиздите? Да не, нормально. Да, ну что-то... лагает. Лагает это у тебя хуйня или это у меня? Скорее всего у тебя или у меня, не знаю. По-моему, это у тебя просто что-то зависло. Не, у них, видишь, они пишут, ну вот. Ну, они пишут, все нормально. Нет, вот они на него пишут. Чат, если все норм, напишите 5. Сейчас проверим, смотри. F, да заебало, блядь. Давай тогда пойдем, видимо, на этой улице. Хотя у меня битрейт нормально идет, я не понимаю, почему F, блядь. Это может быть сервер, ну, тебе это ебаное говно, блядь, вот эти вот ERL стримы. Я на самом деле не очень люблю ERL стримить, как раз таки из-за лагов. Надо забить через призму стримить. Так, я-то могу хуй забить, а вот в чате сидят люди очень нервные. У них любой какой-то, знаешь, микролаг. Все, они сразу б, F. И съебываются. Мэй, че надоебались? Мы идем. А, сейчас лагает, если не отлагает. Короче, мы идем. Написано Empire State Building, и там, короче, оно какой-то обрезанный кусок этого Empire State Building. Мы так и не дошли до него, но ничего. Да, да. У нас впереди еще месяц целый. Да. Успеем и туда, и сюда. Лагает, 2 FPS, не хочешь подрубить просто через призму? Так в смысле лагает? Нихуя не лагает, что они пиздят-то, блядь? Я же вижу нахуй, когда лаги есть, когда нет, пиздоболы, блядь. Все нормально работает. Попробуй поставить качество у себя там на трансляции меньше, чтобы у тебя не лагало. Просто как оно может лагать-то? Я же вижу битрейт, блядь. Ну вообще все четко. Ну вот у тебя тоже все заебись. Хуй знает, вот же, все нормально.
Дома стоит, конечно. Не, видишь, фризит. Он именно фризит. Видишь? А у тебя Wi-Fi исход не включен ли случайно? А это, скорее всего, возможно, посмотри, это... Посмотри, у тебя, у меня такое было, когда... Не-не-не, это не интернет, это сервак лагает, походу. Это, походу, сервак лагает. Именно фризы от так сервака идут. У тебя есть призма? Включи на призме просто. Да, я тебе говорю, блядь, это не интернет, это сервер. Ну, так сервер. Я говорю. Да, тут призма-то ни при чем. Нет. Там, где ОБС, комп. Комп лагает. Да, я тебе говорю, а призма ты будешь напрямую с телефона стримить. И у тебя не будет... А, да сервер. Не нахуй ты шо. Не-не-не, там, понимаешь, в призме, если упадет интернет, то упадет трансляция полностью. Там 90 секунд есть у тебя, если там вылазит оплайцис. Почальчик вылазит. Ну, хуй знает. Мне кажется, это, ну, типа... Хотя, может, лагает еще. Ну, у меня что-то сервак ебаный, блядь, походу. Да, да, да. Надо помощнее ставить. Я просто купил самый дешевый, а он, ну, типа, реально бывает иногда. Ну, сейчас, может, отлагает, возможно, я не знаю, посмотрим. Должно. Ну, я бы не хотел перезапускать стрим, конечно. Сами знаете, как это, блядь, все работает. О, голубь нахуй. Алло, дядь. Давай заберем его домой, вылечим, у нас тут голубь ночью. Бля, жалко голубей, конечно, жизнь у них какая-то вообще хуевая. Да не, голуби на самом деле они крысы. И по жизни, и по статусу. Ну вот он идет еле живой, блядь. Обидно. Он не заслужил такой жизни. А тут что? Где? А это? Чата. Ты хотел туда зайти? Ну что? Да. Не, это отель вроде. А, ну ладно. Возможно, хуй знает. Короче, ребят, мы тут с Гвином подумали и решили, что мы будем делать своих этих хозяевов, короче. Но только американцев. Слушай, ты же был в Амстердаме. Такая в Амстердаме школе. Это как бы, ну... Так и здесь тоже легально. Нет, тут декриминализировано. А сколько копов здесь вообще? Вот, смотри, курит. По поводу законов. Че? Или меня застрелит нахуй. А где ты копа видишь? Ну, не, вот, у тебя он, наоборот тебе объяснит, что иди. Все, окей, давай, окей. Подойди. А, он уходит. Догоняй копа. Он просто хочет спросить, можно ли тут курить. А не магазин. Ой, бля. Чат лагает? Опять лагает, что ли? Чего F пишет? Или вы про Гвина F? Что они ему так долго объясняют? Ебаный нахуй рот. Сейчас арестуют, депортируют. Ну все, бегай. Все, говорит, тебе вообще где хочешь можно курить. Можно, да? Да, вообще где. Говорит, сколько где хочешь, вообще не проблема. Но, говорит, если, допустим, там указывает, если выходит, говорят, что не надо этого делать, то лучше не надо. Ага. Так, говорит, вообще попы. Типа. Есть, говорит, места, где это запрещено, а так вообще попы. Ага. Что чат пишет? Че, да я не знаю. Пишет F. Фризит, когда двигаешься. Ебаный сервер, бля, я его рот ебал нахуй. Я вообще хуй знает, что он фризится. Никогда такого не было. Почему именно так, сейчас у меня происходит? Такое было, я тебе клянусь. Свапнись, посмотри, включен у тебя Wi-Fi. Вот просто на, подержись. Просто свернись, посмотри. Я попробую битрейт меньше сделать. Песня такая есть. Тут по вечерам ты ее часто услышишь. Я представляю. О-о-о, ребят, по-моему, я по-русски говорю, блядь, что мне надо было свернуться и битрейт поменять. А ты скажи по-английски, ты в Америке, ёпты. Так что speak English. I свернулся and change битрейт. Ладно, засчитано. Звук пизда, да я его рот ебал, блядь. Звук, я звук не трогал, блядь, ёбан. Бледина, блядь. Короче, поебать. О, дедулька уходит. О, какой веселый. Да-да. Бадет веселый, пиздец. Ходит Лазал. С рюкзаком, укает какого-то хуя. Ребят, все, мне похуй. Лагает, поебать. Звук говно, поебать. Я ничего сделать не могу. Похуй вообще. Я звук не трогал, вы пиздоболы, блядь. Ничего не могло измениться. Это нереально, блядь, я не трогал звук. Он какой был, такой и был.
Ну, типа, я ничего не сделаю уже, все, типа, забейте. Как есть, так есть, как стримим, так стримим. Это извечная проблема, от которой никак не избавиться, вот и все. Избавимся, настроим, не переживай. Двигаться, Яня, ты посмотри, ты, блин, ты в таком городе, ты должен двигаться. Он правда изменился? Ну, я не знаю, ребят, я не знаю. Поебать вообще похуй. Главное, что хоть что-то слышно и уже хорошо. Это просто айфон ебаный, надо новый покупать, но... Нихуя, сейчас нет в Apple Store. А ну подожди, подожди. Что, куда? Динамики, да, 53. Да нормально все здесь. Ты же понимаешь, что, блядь, я перезапустил и хуже стало. Ага. Что, ты хочешь сказать, в этот момент буха в динамик залетела? Угу. Поэтому, ну... Ага. Такое. Xiaomi бери, да не. 14 iPhone надо, у меня просто телефон разъебанный. Ты его еще ронял или что? А, да, было, пару раз было. И, видимо, что-то как-то неудачно уронил. Let's go. Что, как тебе впечатление? Просто вчера ты так, это, ну, в гетто был. А здесь тебе как? Прикольно. Ну, там колоритней. Ну, бля, слушай, это тебе надо тогда в Бронкс. Там вообще заебись. Дай мне пару дней. Дай мне виски 200 грамм, я там закорешусь, я там, ты что, я там, ну, как-то стану. Я тебе говорю просто, давай чайную с тобой, типа, кто быстрее пушку достанет здесь? Ты сначала пушку найди. Ну, так я тебе говорю, кто быстрее достанет ее? Ну, кто ее, типа, быстрее получит? А, в этом плане? Да. Я, конечно. Не используй кентов. А, ну нихуя себе. А как ты без кентов? Ты что, типа, подойдешь, да, и скажешь, алё, можно? Я не буду пешить, как Квин предлагали машинами. Ой, осуждаю, бля. Не знаю, мне тут пока оружие никто не предлагал. О, заебись, улица перекрытая. На красный? Нет, я не буду. Ну, я тебе говорю, тут на красный всем похуй, чаще всего. Нет. Чаще всего всем поебать. Это законы. В Германии. Я в Германии прохожу на красный, и чел орёт. Ты, блядь, нарушаешь закон! Я говорю, мне похуй! Вот здесь реально похуй. Не, я не нарушаю закон. Потом еще депорт ебут, ты прикинь, типа, все. За то, что на красный перешел, да. Бля, я так с тобой соскучился, пиздец. А я-то как скучал, блядь. Да? Даже не обнял меня ни разу, блядь. Что? Меня не обнял ни разу. А тебя обними, нахуй, ты вон какой, блядь, здоровый. А это не мои проблемы уже. Бля, жарко, пиздец, что здесь ёпка. Жарко, ребята, тут плюс 15, вообще пиздец. Целуйтесь. Ого. Ой, блядь, еще травой завоняло. Фу, блядь, пиздец. Я тебе говорю, на стариках нужно так улететь. Ты это, история о том, как ты прошел границу. У себя на стриме будешь рассказывать? Да. У себя, да? Ну я могу у тебя, если не лагает. Так, вкратце. Похуй, я все равно буду повторять что-то еще раз, наверное. Ну, я не знаю, чат как, лагает, нет? Лагает, не лагает. Лагает или нет, блядь, алло? Нормально, а? Нет? О, ну хорошо. Видимо, сервак прогрузился, все. Окей. Короче, я же отравился в самолете. Подожди, на тебе тогда телефон. По стрим. Не, вот так делать. Вот так делать не надо. А то я пушку быстрее тебя достану. Какой он. Нихуя. Какой он пугливый. Ебать все там. А я могу, мне похуй. Меня хоть с каких ракурсов снимай, мне вообще похую. Так, что там пишут в чате? А что ты чат себе ничего не вывел? Куда? А здесь нельзя уводить. А ты можешь сплит окно же делать на андроиде? В каком андроиде, это айфон. А, блять. Это ты меня попутал уже, блин. Короче, слышишь меня, чат? Слышу. Как тут травой набахчает. Кайф вообще. Просто жесть. Короче, в чем суета? Я отрылся в самолете и очень сильно срал по носам и рыгал. Я, в общем, прилетаю уже вот на границу, в аэропорт, и там идет деление на US Citizens и Non, типа US Citizens. Вести по-русски, что это? Короче, для граждан США и для не граждан США. Кто, блин? Вот.
Ты, короче, понял. Я понял. Вот, я, короче, сильно хотел какать и постоянно бегал в туалет. А там туалет, который мужской, он находится в другом конце зала, где как раз-таки идет очередь для граждан США. Я настолько сильно хотел какать, у меня настолько сильно болела голова, тошнило, мне было плохо, что я пошел в ту очередь, где были граждане США. Я подхожу, стоит офицер, сидит, я ему даю паспорт, он смотрит на меня и такой спрашивает, что ты тут делаешь? Я говорю, туризм. Он говорит, не-не-не, что ты делаешь в этой очереди? Это очередь типа для граждан. Я такой ему говорю, дядь, а им типа очень сильно хочу какать, если я сейчас не пройду, я типа, ну, обосрусь. Я просто, I'm shit myself просто. Вот. И, короче, он такой, ну, ладно, короче, пообщались, бум-бум-бум-бум-сюм, и все. Я прошел через ту, получается, коридор, который для граждан США предназначен. Я челику даю телефон и говорю, пожалуйста, смотрите, у меня, я заскринил все, там, отели, обратный билет. Я ему говорю, вот тебе телефон, дядь, свайпы, смотри все, что хочешь. Блин, я очень сильно хочу какать. Вот, он мне вопросы задает, а я хочу какать. И он мне говорит, что-то про аэропорт мне говорит, а я думаю, он задает мне вопрос, мол, я ему сказал, что еду в Майами, а вылетать обратно буду из Нью-Йорка. И он говорит, мол, у тебя аэропорт другой. А я такой думаю, блядь. Ну, а я говорю, я вернусь сюда. Он говорит, хорошо, но у тебя аэропорт другой. Я, короче, то, что мне говно в голову ударило, не понял, что он меня хочет. В итоге потом понял, и все. И он такой говорит, окей, все хорошо, нормально пообщались. Очень крутой чувак, пропустил меня. Дал мне до июня разрешение побыть. Но я говорю, чел, мне типа не надо до июня. Я чисто так. Но чуть-чуть к вам залетел. Просто посмотреть, что у вас тут есть. И все. Ну и еще полгода тут посидишь. Не. Да, да. Бля, как же жарко. Америка затянет, бля. Она меня не затянет только, блядь, из-за того, что заходишь в магазин, смотришь на цены и думаешь... Ебать, если это в гривны перевести. Там вообще пиздец. Ну, блядь. Вы нихуя мужик идет. Да. Растаман какой-то. Где этот, блин, твой Times Square? Че шо? Да. Близко, близко. Еще немного. А че хотел, блядь? Тут расстояние пиздец огромное. Ебанюсь. Бля, надо новый iPhone, сука, где-то раскопать. Я заебал с этим говном ходить. Нихуя себе. Вот, типа звук на. Я имею в виду звук хуета. Ну да, ну я не знаю, я не слышал. Нет, там реально пиздец, блядь. Это Times Square, че шо? Где? Вот это, не? Че нет? Бля, тут вечером охуенно, когда все светит. Сейчас такое типа. Ну, да. 3.26. Какой Москва-Сити, блядь. Я сюда школьника похож. Ну, блядь, что есть, то есть. Да, я школьник, и что? Это мой пиздюк. Ну, блядь. Пиздите вообще. Что ты, блядь, идешь, ходишь там по высоте, блин, бордюрной? Да, ну нахуй, не выебывайся. Я просто гигант, блядь. Все. Стоит это признать. Какой? А? Половой? Это тоже, да. Да, блядь. Так, сейчас нам надо... Да. Хочется какой-то пакость совершить, пиздец. Да? Да. Давай, тут топор мы, блядь, пронзим. Пакость совершить. Ага. Но жарко, пиздец. Так. Бля, я что-то немного заблудился. О, вот это знаменитое здание, ебаное, вот. И чем оно знаменито? Тем, что оно ебанутое. Ага. А ты охуенный экскурсовод, я тебе скажу. Ну, типа, вот улица эта. Просто известная улица. Хуй знает, я не помню. Реально? Ну, уже поднялся. Ну, бывает. Банально. Блять, туман жесткий, конечно. Не, дядь, без табика. Конечно, телефон мотает, пиздец. Да не, нормально. В парках тут почему-то всегда интернет говно. Что, поднимается? Поднимается? Да.
все. Охуй. Охнул. Охуели. Алло. Есть еще по связи, нет? Да. Есть. 1 мегабайт хуярит. Гав-гав, ну да, все, слышит. Ребята, сори, это нормально. Видишь? Теперь представь, как бы мы через призму стримили. Вот хуйня постоянно будет. А что ты через ширик не стримишь? Точно, таким образом. Ой. Что ты делаешь? Ширик хочу сделать. Нельзя здесь сделать ширик. Можно. Нельзя. Можно! Нет. Да! Да нельзя, блядь. Сейчас я сделаю, блядь. В Ларексе нельзя, я тебе говорю. Не пизди, сделал. А что изменилось-то, блядь? Ладно, сейчас. Так ничего же не изменилось. Сейчас. Вот. Бэмс. И что-то она нихуя не меняется. Все, вот ширик. Что, так лучше, по-твоему? Ну да. Вот посмотри чат. Смотрите, а какой хайпарик вам вид сразу. Эй, блядь. Ну что, чат, нормально или хуйня? Что пишут? Пока ничего, хуйню пишут. Ооо, вот выход. А, блядь. О, а, блядь. Ебать, ебать. А, блядь. Слушай, а может ты звук починишь? Ну сейчас я звук могу починить. Ну, я посмотрю. Не. У тебя в голосовых нормальные сообщения звук? Будет, блядь. Я короче, посмотрим. После стрима чекну. После стрима. Ну да, да. Ну посмотрим. Сейчас мы его починим, ну, блядь, все. Обзор на школьника сделаю под дабстеп. Не, блядь, вдруг у них тоже ствол нахуй. Ну знаешь, вот как у нас было, мы когда такси вызвали. Ехали, обсуждали все нахуй. Войну обсудили, Путина. А, и чел, и чел. Мы подъезжаем, да, куда мы там должны были приехать, и чел такой. Да, понимаю, русский. Да. Я все понимаю, говорит. Я из Минска. Да, при этом ехал, молчал. Бля, инфа, кстати, важная. Бургер Кинг говно. Все. Ты в курсе? Не, я тебе серьезно, Бургер Кинг говно. Я ехнулась нахуй вовремя. Сука, блядь, ну реально говно. Снюхайте она. 40 с чем-то летием, блядь. А здесь есть Бургер Кинг? Спрашиваешь. Знаешь, спрашиваем людей, как они относятся к Бургер Кингу? Это если еще мем. Ну я видел там чел, который пузарки да. Такой орал. Сейчас не автобус. Я думал, кричит Путин говно. Ой, бля, либерака приехал в Америку, блядь. Предатель, ёбаный. Предатель, ёбаный. Сука. Минус 30, плюс 30, чего? Донат? Блядь, у меня донат не отобразился, я бы... Сорян. Спасибо за донат, а в смысле минус 30? У меня разве есть донаты в 30 рублей или что? Может, баксы, дядь? А у меня баксы в рубли сразу конвертируются. А, или нет, подожди. Нет, он пишется же. 30 USD. Вау! А кто? Кто? У меня ничего не отображается я здесь. Сейчас попробую настроить. Кто? Так, ну донат, блядь, ты чё нахуй не работаешь, что-то уёбаш. Почему нахуй не работаешь? 30 челик едет в Нью-Йорк, хочет с вами сфоткаться. Ебать, это чё такое, блядь? А это всё нахуй. А как пройти? Ну, сбоку. Блядь, там стройка, ещё надо. Да похуй, идём. Так, не сбивай меня, друг, на Шевроле. А, челик, спасибо за $30. А как его зовут, напишите, потому что ну, у меня что-то... Моргенштерн. С этим я уже увиделся. А он со мной не хочет фоткаться? Кто? Моргенштерн. С тобой? Ну да. Я ему сейчас напишу, он прилетит. Давай. Как раз там это. Найс. Ну раз я здесь, типа, что если вдруг он дома хотел? Окей, я понял, короче, спасибо за донат. Если не забуду, я в инсте чекну. Директ. Только, ребят, если вдруг сейчас кто-то хочет прибежать к нам на стрим, не надо нас, пожалуйста, преследовать. Я все понимаю, типа, сфоткаться вообще не проблема. А что, у тебя были такие у тебя случаи? Да постоянно, блядь. Либо... Не знаю, дядя, у меня с моего местного снайпера все были мега адекватные. Пообщались, пофоткались, поцеловались и все, и разошлись. Типа, ну, без негатива, просто...
потом, когда с тобой там 5-6 человек ходит, это такое. Ну да, да. Это выглядит странно вообще. Вот она, блядь. Немного некомфортно. Хуя тут ворота. А это металл или нет? Дешевка ебаная. Так это вся Америка такая, хули. Вот так вот, блядь. Не ебаный Таймс-сквер, блядь. А, все. Ладно. Вот это, блядь. Поставьте, пожалуйста, оценку этому гиду, нахуй. От одного до хуйня. Одна хуйня. Ноль. Блядь, даже один тебе не поставили, Лёх. Вот суки, а. Пиздец. Ну вас нахуй. Меня сегодня Леха забайтил в метро барабанщиком $2 дать последних. А я 20 дал. Да. Я ему даю доллары, туда еще. Ну а что, мне не жалко, люди стараются, играют на барабанах. Слушай, ну не просто попрошай ничего. Да. Что, блядь? Сырость ебашит. Асбестом каким-то хуя. Это сырость, да, с штукатуркой. Тик-таки у него там продаются. Да. Бля, такая мразь потная эта пизда. Говорю, Лёш, давай я переоденусь полегче что-то. Да не! Ему говорю, тут вечером холодно становится. Потерпи, говорит. Да, логично. Потом нахуй вечером замерзнешь. А мы приближаемся. Столько метров места для закладок, вообще жесть. Балдеет. А ты когда последний раз книжку читал? О-о-о. Какие книжки? Я Стаса и как просто смотрю, ты что? Я не читаю. Короче, ясно, с ним все, блядь. Типа, блядь, чел. Я думал, ты за тем чуваком пошел, который с корытом идет. Нет, я пошел к тебе тому чуваку, блядь, к тому типу, который читает. Ну, хотя бы Стаса как просто не смотрю. Хотя... Слушай, пиздеть не буду, я под него засыпаю. А потом просыпаюсь и думаю, сука. Подстас? Хесы съебаный, да? Поряд, ну так уснешь, а проснешься ватой, блядь. Ой, блядь. Надо аккуратнее с этим. Так я же... Бля, тут как будто еще жарче стало. Нет такого тебе? Есть такое. Вот как будто как-то вот зависит от домов, хуй знает. Я не физик просто. Здание подогревает улицу. Да, да, да. Ну, циркуляция воздуха, ветра. Бэшкилы много. А тут, видимо, какая-то... Куда надо? О, там файт. А, нет. Метро рядом. Так. Стопит. Окей. Мистер Фриман. Снимаем. Сорока чем-то летим. Чат, а так уже стал звук? А что ты сделал? Сейчас, все, внимательно, чат, сейчас открой чат срочно. Открой чат срочно. Подожди. Открой чат срочно. Открыл. Опять $30. Сейчас, подожди, я звук поменял. Нет, ничего не изменилось, говорят. Опять три, да ебаный, блядь, сука. У меня, видимо, донаты только за от 100 рублей до 1000 появляются на экране. Пиздец, блядь, я ебал его рот. Ты чё опять потыкаешь? Сейчас, я тыкаю, подожди. Такое же говно, говорят. Хочу тебя расстраивать. А так, чат, давайте тестим. Подождите. Алло. Звук уже исправился давно, ты сейчас опять все поломаешь. Плюс 2. Так, хуже? Еще хуже. Сейчас, подожди, тут за зеркало. Не, пишут хуже, реально. Хуже пишут, хорошо. Да. Рейд от кого? Скажите ебаному братишкину, чтобы, сука, рейд нам дал, блин. Так. Чата так. Так, еще хуже, по-моему. А что ты нажимаешь?
Ну-ка. Хуй О! Пишут О, не? Забыть с норм, кайф. О! А что ты нажал? Я поменял микрофон и поменял сорс микрофона на передний, чтобы нас А я так делал, там такое же говно, но... Ну пишут, что О, а это значит лучше, что я О. Я не хочу тебя расстраивать. Но все это время мы шли не в ту сторону. Ёбаный ты штурман, блядь. Идем обратно. Давай просто по прохожим идти, как прохожие скажут. Мне кажется, будет облик лучше, нет? Штурман, блядь. Ну я показал тебе зато Нью-Йорк. А, окей, окей. А просто я сорю, мы что-то, блядь, куда-то движемся, а вообще не в ту сторону. Пиздец, блядь. Мы прям совсем, да, не в ту сторону пошли? Да, вообще. Окей. Ну ничего, ничего, сейчас. Пойдем туда, короче. Ага. Да ладно, похуй, гуляем, что ты? Хорошо, что я, блядь, посмотрел, а то бы сейчас так до Брайтона пешком бы дошли. Бля, а тут купается кто-то в океане? Ну, летом. А да. Сейчас? Что, вообще, что ли? Бля, я пока скупнулся бы сейчас. Поехали на Брайтон. Ну, нужно полотенце взять, трусы. Если будет еще машина стоять, я изи скупнусь. Вообще легко, слушай. Пизда звук? Что со звуком? А, блядь. Блядь. Дай нахуй сюда, я вообще на, как пиздану, блядь. Ты ебан? И ты думаешь, это решит проблему? Возможно. Ты думаешь, это решит проблему? Возможно, да. Ебать ты фиксик. Ну, слушай, пиздец. Телефон когда-то упал, динамик там, видимо, как-то нахуй сдвинулся. Я его сейчас пизданул, может, динамик обратно. У меня с Ариксом была такая проблема, и у меня, знаешь, как решалось оно? Включение, включение. Бэмс? Так ты и так же, блядь, ты же динамик фронтальный включил. Ну, он, когда ты высапываешь, должен меняться, по идее. Что говорят? Да нихуя не меняется. Ой, блядь. Такой ты фиксик. Лучше стало, говорят. Ты просто вернул тот микрофон, который был изначально, вот и все. Так. Починил. Мега лучший. Ну а? Пососал? Кто это фиксит? Бля, люблю сосать, да? Хорошо. Не трогайте звук. Не трогайте звук. Можешь потрогать мои яйца. Это я сюда вбух. Русские прошли. И ты так говоришь, можешь потрогай мои яйца, и русский мимо проходит. Ну да. И, блядь, чё? И что? Так и чё? Алло, мы в Америке, типа, свободная страна. Алло. Трогаю яйца, чё хочу. Моргенштерн тоже тут, ну, прилетел. Бля, свободная страна. Ебать, никого нельзя. Он прям боялся, знаешь, там, какая-то девка мимо идёт, он, бля. Главное, чтобы она на меня это, не заявила на меня. А-а-а. Он тут прям трясся ходил, типа, бля, главное никого не трогать, главное никого не трогать. Мне есть кого трогать. Ладно. Меня. Да. Ебать, давай сидушку заберем. Что мы сидим? Давай. Это пляжный стул. Что? Бажа Бич. База Бич? Да, пляжный стул. Базовый стул. Блять. Бля, я подойду. Ты знаешь, что меня еще раз держает в URL стрим? Че? Как только начинает суета какая-то, что-то интересное, какой-то кадр лагит. Блять, в одну секунду. Надо разобраться с этими. С интернет-коннекшенами, блин. Ты не разберешься, просто в Америке мобильный интернет хуета, собачья. Вот ну как-то же ИРЛят в Америке, блядь. Как сейчас, видишь, кто-то в Нью-Йорке, кроме меня, ИРЛил. Да. Ну, только я этим и занимаюсь. Ты своего рода Егор Крид. Я круче. Он сейчас обидится на эти слова и все. Он уж такой. А, бля, ну, да нет, я шучу. Да, да. Это лучше упоминать. Нет никого круче Егора Крида, я так скажу. Ну, на самом деле. Реально. Давай запрыгнем и уедем на машине этой. Я смотрю, тебе прям хочется уйти, да? А что, ходить просто, не, ну, блядь, ты, по городу? Понятно, ты-то вернешься обратно, а мне тут еще жить. Так а тебе проще, меня депортируют, а тебе что, штраф дадут, все? А и меня тоже депортируют. Куда? Тебе в Мамбу, блядь. Да, тебя постригут сначала.
Думаешь, здесь так же будет, да? Да. Только здесь вместо кока-колы, не знаю, что другое будет. Бля, ебать, что-то я орнул, блядь, с этого. Ладно, не буду говорить. Орнул с того, как побрили Николая? Не, ну это же хуйня ебаная все равно. Ну орнул. Не-не, я орнул с этого. Типа с колы. Потому что колы же нет в Рашке. А, ну это да. Типа это как да. это? Это я тоже, да. Это типа, ты знаешь, типа, сколько? 180 дней кола, да, или как она называется? Добрый кола. Добрый кола, да. Я хочу Макдак быстро попробовать. Хуета. Макдак здесь это еда для бомжей. Я слышал, но я хочу попробовать. Пока Макдака хуже, чем в Турции, я нигде не пробовал. Блять, мы вернулись сюда же. Ну, блять. Вот так вот. Я еще... Мы шли туда. Как мы оказались там? Я не знаю, Лёха. Мы шли туда, блядь. Нет, мы... Суета. Да, стримить РЛ это неблагодарное дело. Блин, он вообще в меня как ебанет. Я иду, прочего меня харкнет сейчас. Ну алло, ебаный нахуй твой рот, блядь. Что там за хуйня? Вообще что? Нету. Вообще что ли восстанавливается? Не, уже есть. Чат отзовитесь. У меня такое ощущение, что чат своей жизни живет какой-то. Они отконнектились от нашего стрима, блядь. Ага. По-моему, все. А, ебать, я уже 10 раз спросил, и тупо меня игнорил. А нахуй с тобой общаться. Ну, здрасте. Произошел небольшой дисконнект. Ну ты знаешь, что такая осень глубокая еще. То есть даже не зима. Да. Зима тут в феврале начинается. Да. Короткая и холодная. Так что на Новый год ты тут много снега не увидишь. Да я его так немного вижу. Рождество, мы к Дизе поедем. О, надо с ним видеться, кстати. Ну вот как раз увидимся. Октябрь у вас какой-то? Нет, у нас вообще охуенно будет. Ну да. Да когда дождя нет, заебись. Вчера ты прилетел, дождь хуярился. В каком ты штате? Бля. Огайо. Огайо, да. Неужели непонятно, в каком я штате, ёба? Прочитать инсту тебе чел задонатил 30 баксов. Ребят, вы стример. Я прочитаю информацию потом. У меня просто на этом телефоне нету инстаграма. Ну, тусовочка. Днем тут нихуя не происходит, а вот вечером. Ну видишь, вечером у них слишком поздно, стримить нет смысла. Ебать туман, смотри, хуя. Да, это, да, это, да. Это вот это здание, это которое Empire этот, ебаный. Это Empire? Да. Мы, по идее, там должны были быть. И оттуда должны были идти на этот Times Square. Нет. Но что-то пошло не так. Вау! Красиво, ну бля, бля. Бля, все такое полочки всякие. Я назвал стрим «Гуляем с Гвином по Манхэттену». Чел пишет. Прочитала «Гуляем с говном по Манхэттену», блядь. Схуел, блядь. Что, хуело, блядь? Конечно, сука, сразу лаги начинаются, блядь. У меня ебаное проклятие на ИРЛ стрима. Как тебе и надо. Как что-то начинаю рассказывать. Все, сука, лаги сразу, блядь.
Бля, какие машины здесь охуенные, здоровенные, блядь. Здоровые машины. Ну, пиздец, обожаю. Мне вот Кадиллак тоже нравится, охуенно. Ну, я пиздец. Линкольн тоже. Да, ну, бля, не знаю, я обожаю здоровые машины. Ну, я бы не сказал, что здесь трафик какой-то охуевший. Ты говоришь, тут трафик, ебать. Это вообще хуйня ебаная. Это, блядь, день. Сейчас самое свободное время. Я имею в виду, когда час пик, вечер, когда все тут свободны. Вообще три машины, бля, ездят. Хуя себе. Так я тебе говорю, сейчас время самое такое. Свободное. Все на работе хуя. Ну, типа. Чат, а вас тут не ебашит без стабика? Вот я иду, мне кажется... Вообще никто не пожалует. Почти-то здание в небо уходит к Иисусу. Приблизь. На, мне лень. Жарко. Чат, вы в моих руках теперь, все. Нам. Кстати, в жизни оно гораздо более затуманено. Да. Айфон не так туман передается. Бля, псов нихуя себе. Ебать, у него там псы в цвет флага Украины. Ебануться. Что-то бирло, то, сигареты, бейтс, бейтс, все что хочешь, блядь. Бонги, нахуй. Тут вообще пиздец. В Нью-Йорке ты найдешь все, что захочешь. Кроме айфона, блядь, ебаного. Я в ахуе. Это работа вроде. А, работа типа собак выгуливать. Возможно. Да, да, да. Нихуя себе, чел решил сразу несколько собак выгуливать. Залутал, наверное, там 1000 баксов. Не, это же мега популярная тема здесь, чё? Верни, верни, а чё вернуть-то? А ты не убрал или что? Не, я ничего не убирал. Тебя, наверное, вернуть просит. Там трава легально, да. Легально. Но я осуждаю траву, нахуй не надо вообще. Трава — это плохо, ребят, не надо курить это говно. Я знаю много людей, которые употребляли и скатились в говно. А, заебал бежать. Спорт — это сила, ебаный свет. Я пришел сюда гулять, сука, а не этот, бегать, кроссфит, ебаный. Например, ты, я? Я чё, я траву не курю. Нахуй оно мне надо? Это Нидерланды? Ага. Ну, вообще, раньше Нью-Йорк назывался Новый Амстердам. Поэтому тут есть схожесть в архитектуре. Спроси у Гвина, будет ли он сегодня хапать. Он не курит тоже. Типа я по пиву больше. Бля. На вот. Камере это здание так странно выглядит, которое в небо уходит. Оно как будто бы резко прям так хуяк и все. Пока бы я бы колопустил бы. А, можем. Ну, а в другом месте. На Брайтон надо. Там пивко нормально. Где Леонардо Ди Каприо? Я не знаю, но где-то на Манхэттене, я знаю, живет этот. Ну, блядь, этот. Крепкий орешек. Брюс Уиллис? Брюс Уиллис, да. Где-то живет Брюс Уиллис. А здесь на, какая-то здесь. Улица, на которой чел в ТикТоке постоянно всяких селебов ищет, и ебует своих. Селебов ищет? Ну, селебы здесь. А как он их ищет? Тут людей ебанешься. Я не знаю, вот есть типа ТикТок, он на какой-то улице ходит, там постоянно они флексят. Вот там ходит, надо узнать, что за улица и что за ТикТокер. А я тебе потом скину ТикТок. Давай. Надо на эту улицу будет сходить. И вот там вот пошел там до Адама Сэндлера наебался, знаешь, там еще до кого-то. Надо тоже доебаться. Бля, я ж тоже звезда, может до меня доебется. Не, ну а хули. Я так сейчас популярнее всякого там, блядь, Брюса Уиллиса, реально. Популярнее кого? Популярнее Брюса Уиллиса. Ну кто сейчас говорит о Брюсе Уиллисе? В стрим-инсайт о нем пишут? Нет. А, блядь, ну поэтому, да. Поэтому, бля, ну. Как по факту, ебать.
Ни одной новости о нем в Stream Inside нет, а обо мне там, бля, каждый день пишут. Я в ахуе. Холодный. Короче, эта погода идеально, чтобы заболеть. Ты смотри нахуй это, не заболей. Спасибо. Надо будет зайти горячий чай выпить после Times Square. Ебать, там у челика на машине номера Prime. Тут еще круто, что ты берешь машину, можешь себе номер сам какой-то сделать. Каким-то названием, я не знаю. Там была тема, что спалили, там чуваки себе делали матюки русские, понял? А, да. Ну вон Моргенштерн в Лос-Анджелесе нашел Кадиллак с номерами Сосити. Это Индия, да, да, это Индия. Это Бангладеш, ёпта. Пиздец. Здание просто затянуло в небо, я вообще в шоке. Апокалипсис, ребят, близок. Ёбаный рот. Ой, блядь. Да бля, ребят, ну не смешно, вот не смешно. Ну типа это Новокузнецк, блядь. Это шо, блядь? Родной Донбасс, да вы чё вообще? Нет, это не Empire State. Это Empire State. А чё он такой маленький? Так там, блядь, небо, ты чё, скрыто? Там еще продолжение вверх идет. Просто не видно нихуя из-за тумана. Не будет туман. О, это банк, да, по-моему? Чё? Твой банк? Не, нет, чё. Это вообще какой-то левый банк, я его даже не знаю. Вончон. Какая-то китайская хрень. Или корейская. Чё, бля? Я сегодня 50 проебал на зубы, как тебе такое, а ты гуляешь. Чего нахуй 50 проебал, не понял. Знаешь, чел какой-то написал. Чё так? Я не понимаю, где связь с его зубами, то, что мы гуляем. Ну, видимо, он проебал много денег на зубы, мы должны теперь дома сидеть. Дом сильно разъебали. Дом был посередине, походу. Да. Снесли нахуй. А за что? А он выебывался много. Ну да, будет новое что-то строить. А сколько процентов из этого жилое? Чего сколько процентов? Ну, жилое. Тут же, наверное, это все офисы. Здесь? Нет. Офисы они там, на Нижнем Манхэттене. Ну тут как бы они тоже есть, много. Но много и как бы жилых тоже. Типа он мазяку проебал, а теперь хочет вам задонатить. Подожди, а зуб здесь при чем? В смысле на мазяку проебал? Давай нам донать, мы не против, я, блядь, буду очень благодарен. Кстати, у нас что там ты говорил, идеи какие по стримам? Ой, да дохуя. Мы хотим, ну, например, контейнеры, да? Да. Ебануть контейнеры, знаете, вот эту хуйню, короче, в Америке очень популярно. Короче, выкупаешь контейнер, открываешь, а там хуй знает что. Вот, ну, короче, в чем прикол, основная тема, это... Значит, денег хватит, то и сделаем. Я сказал, здесь можно взять танк и разъебать Матисс только уже, блядь, ну, не как северокостанка, нахуй. Это же изи сделать. Техас бэмс, танчик бэмс, машину бэмс, и все. И тупо разумеешь танка туда, машину разъебать. Туда еще долететь надо. Дядь, да доберемся. Да вопрос только в бабках, алло. Ну, поэтому чат, бабки скидывайте, баб. Чего тебе сидеть дома?
похуй. Техас, Огайо, Миссисипи, Миссури. Ну это денег надо до пизды. Ну да. Делаем сбор денег, короче, на суету в Америке. И начинаем хуярить. Вот. Миссисипи. Массачусетс. Массачусетс. Ой, ебать, видал, слева прошел этот актер из кто? Ну я пытаюсь вспомнить, как его звали. Фильм. Вот я и фильм пытаюсь вспомнить. О, актер идет. Блин. Не могу вспомнить. Не, реально актер был, бля. Какой Гарри Поттер, ебаный нахуй. Сериал, он еще в сериале снимался главной роли, блядь. Отлично. Сидел там, курил такой. Декстер? Не Томас Шелби, не Декстер. С такими длинными волосами, бля. Он еще снимался и в фильмах тоже с Ди Каприо. У него была роль в Волк с Уолл-стрит, по-моему. Да, он там типа миллионер. Ебаный нахуй рот. Заебался ли кто-то с Таймс-сквер идти? А ты что думал? МакКонахи, по-моему. Вот он прошел мимо. Тупо можете Мэтью МакКонахи, наверное, да. Можете это клип сделать в этом момент, увидите, это он был. Ря. Дед байтит на клипы. Чё? Дед на клипы байтит. Ну да. Хули нет. Чуть-чуть осталось идти. Ну как, минут 15. Реально? Да, минут 15. Ебать. Слушай, ну блядь. Да быстро не беги так. Я думаю, ты тут скинешь несколько килограмм за этот месяц. Блядь. Я думаю, я за этот день сейчас килограмм еще скину нахуй. Настоящий детектив, да. Именно так назывался сериал, в котором он снимал. Мне жарко, пиздец, я потный пиздец. Чуть-чуть осталось. Это чуть-чуть. По меркам Нью-Йорка это хуйня. Воды хочешь? Да, мне пиздец сушит. Ой, блядь. 15 минут чуть-чуть. Ничего, сейчас возьму. Ага, блядь. Тут, кстати, елка где-то должна быть, Рокфеллерская. Ебать. Он вас наебал-то не Мэтью. Да в смысле, блядь, это он был, алло. Чтобы я кого-то наебал, вы чё, вообще что ли? Я заебался идти. Хочешь, давай присядем где-нибудь? Не, я просто заебался идти. Хотя тут негде даже присесть. Не он, ну похож. Чуть-чуть. Совсем немного. Процентов на 5, может. Так, надо карту открыть, а то мало ли опять не туда. Я не удивлюсь. Не-не-не, нормально. Теперь мы там, где надо. Сейчас прямо и потом налево. Чуть-чуть осталось, даже меньше 15 минут. Это у нас не гуляние, а какой-то забег ебаный, блядь. А хуй ты хотел? Я же как кузнечик, ман. Я пиздец быстро хожу. Ну да если заметить, тут все быстро ходят. Тут темп ебанутый в городе. Я как будто я с дедушкой гуляю, блядь. Ну? С дедушкой? Ну да. Или девушкой? Дедушка. Который еле ковыляет, такой, блядь, внучок, ну не спеши. Блять, ну слушай, во-первых, нахуя бежать, а во-вторых, нахуя бежать?
Опаздываем. Мы не опаздываем. Ну, надо же вкушать, что есть, поразглядывать, туда бежать, быстрее. Нахуй надо. Нахуй нужно, скажем дружно. Ой, блядь, камера в говне. Вообще будет прекрасно. Ну так нехуй выебываться этому телефону, заебал ужас. Блядь, реально столько большая проблема купить здесь iPhone, блядь. Это не проблема. Но я хочу в Apple Store его взять. Original по нормальной цене. А не у переукупщиков, блядь, ебаных, где там стоит он дороже. Ну а заказать в Apple Store нельзя? Можно, но ждать месяц. Ну так, пока ты будешь, блядь, не заказывать его, весь пройдет все равно. Минус уши, а что такое? Что нахуй? Так ты и так ждешь. Нет, я бы его заказал, но я просто в Лос-Анджелес улетаю. В конце этого месяца. И когда я улечу, он тогда мне приедет, а меня дома не будет. Ну и, соответственно... Закажи на попозже, когда вернешься. Ну вот, когда вернусь, то уже да. Так закажи сейчас, но когда вернешься. А там нельзя дату выбрать. Ты просто заказываешь, и там уже показывает, когда он тебе придет. Какого-то числа, что, в LA? 28 декабря. Хуярим туда. Блядь. Зачем Лос-Анджелес? Как зачем? Просто Новый год там встретить. Я просто уже два раза в Нью-Йорке Новый год встречал, тут нихуя. Нет. Как бы, ну, такое. Как Гвин в США попал? Через Мексику. Через Мексику, через границу. Да, через вот эти вот канализационные вот эти вот хуйни мексиканские проплыл. По политубежищу, короче, типа, да. Я специально пизжу на Путина, чтобы мне политубежище здесь дали. Да, мы теперь с ним специально пиздим на Путина, чтобы нам всем дали политубежище. Понимаете, да, прикол? Да. Предлагаю всем так. Если вы будете смотреть нас, то вам стоит уголовная статья. Да, если будете нам донатить, то вам тоже статья, ребят. Измена родине, нахуй. Ой, ебать! Нихуя! Я, кстати, видел ответ фломастера очередной. Ебать, он клоун, конечно. Я так поржал. 14 минут хуеты просто, галимые, блядь. Чел сидит и такую хуйню несет. Просто одна грязь из его паршивого рта, блядь. Но я ему отвечу. Я завтра подрублю нормальный стрим, и я отвечу. Пойдем. Будет ответ. Вот там такое хуило, блядь, просто вообще. Столько хуни наговорил. Например? Я тебе вчера же показывал. Я я тут по политу бежу. Опять вот эта стандартная тема, блядь. Потом про мою сестру начал что-то там говорить, что я ее типа кинул. Откуда такие выводы вообще у него в башке? Непонятно, блядь. Просто пиздец. Кто такой фломастер? Да забейте, блядь. Типа они фломастеры, блядь. Просто долбоёб и всё. А это что за здание? Библиотека какая-то? Да, это библиотека. Что, реально типа книжки читают здесь? Это главная библиотека Нью-Йорка, вообще Америки, блядь. Здоровая вот такая хуйня, это все библиотека. Можем зайти почитать. Блядь, ну типа мне кажется, это такой комикс. Не, у фломастера у нас, оказывается, аудитория пересекается каким-то блядским образом. Вот, поэтому к аудитории без негатива, но, блядь, у него там некоторые зрители его слушают и вообще думать не хотят, блядь. Он просто без подтверждения не сидит, хуйню несет, вообще галимую, блядь. Это вообще пиздец. Просто потому, что вот ему так кажется и все. Ночь в музее? Это вот в этом хуйне вот снимали ночь в музее или что? Разве? Библиотека.
Нашу его? В Вашингтоне снималась, нет? А я не знаю. Ну там же... Я не смотрел «Ночь в музее». Там же у них же этот... Где статуя Линкольна большая? Она в Вашингтоне? Вроде. Ну... Тут фильмы на каждом углу снимали. Ну, это да. Здесь да. Тут каждая улица была в каком-то фильме. Это факт. Так, ща налево. Вон там уже немного, видишь, светится. Таймс-сквер твой любимый. Ебать. Жириновский впереди. Ой, ебать, реально, кстати, вот он идет. Смотри, Жириновский. Фейканул смерть, да. Живой, блядь. Здравствуйте, Жириновский. Месси прошел. Месси прошел? Да. Да ебать, тут столько звезд, блядь. Да. Месси, ебать. Жириновский живой. Нихуя себе, чел, блядь. Чел просто идет, давай за ним. Идет, поет песню. Че, все, что ли? Ну ёб твою мать. Ну хорошо, хорошо ж начинали. Блять. Ладно. Ладно. О! Вот это страна свободы, ну да. Делай, что хочешь, ну кроме всяких там этих. Ебать. Противозаконных, скажем так, моментов. Ну, подруги, у нее очки выпали, она просто погибла. Учиться в кухочке. Чат, куда вы, блядь, смотрите? О, мужик свою балалайку настраивает, сейчас будет играть. Итак, дорогие друзья, приближаемся к Таймс-сквер. Пиздец. Ну пока дойдем, уже темно станет нам. Там Кобейн прошел. Да ну вы ебанули совсем. Бля, Лех, может, мы на сишки не доехали, а тут вчера. Может, мы в фармасе вчера все-таки встретили кого-то, блядь. Да, и в рай попали, блядь. А тут что-то Кобейн, Жириновский, блядь. Да. Мы точно живы, блядь. Чат, алё, это реально жизнь или мы в раю, нахуй? Хотя на рай это не особо похоже, наверное. Жириновский, блядь, на раю, сори. Блядь, ну тогда нам пиздец. А Кобейн что плохого сделал? Шановый гулялся. Блядь, а мы что плохого-то сделали? А попробуешь, попробуешь. Блядь, ну давай сейчас, хочешь? Блядь, дальше срался. А что именно ты хочешь попробовать? Фотдог хочу пробовать. Фотдог? Телекорн-дог. Вообще обосраться можно, да? Да. Здорово, братан. Нет, ебать, он что-то про Хабиба начал что-то орать. Нет, это, ну, Хабиб это дорогой, типа. А. Он говорит, типа, лоб, типа, дорогой. Блядь, у меня попа трусы съела. Ох, бля. Ой, блядь. Жаль, что не я. Я бы твою попу съел. Дело время, как говорится. Идет копов, ебать, тут полиции. Ага. Че, митинг, что ли? Что говоришь? Че, они без бронежилета? А нахуя бронежилета? Мирная страна здесь. Вообще, никто не ебать. Ты шо, бля? Тут все друг друга любят, уважают. Нахуя броник? Да. Вообще расчил же, ебать. Ну да. О, блядь. Бля, вот ты сейчас по парфюм вкусно, он раз проходит, блядь. У него? Да. Подойди, понюхай, спроси. А что это у тебя там? Кто такой Гвин? Ты кто такой? По жизни или как? Гвин — это стример на Твиче. Участник 89-го сквада. Чё, пить? Да нет, пиздуй, там цены, блядь.
по поводу 4 доллара. Ой, да ладно, можем позволить себе, ну. Ну, тут какая-то ярмарка. Не, ничего не хочешь себе посмотреть, не? Нет. Он. Да, странно, что вообще никто не знает, что такая вообще. Потому что эту хуйню никто не ест. Он. У кого? А, да, магазин Rolex. Ребят, скиньте донат на Rolex, пожалуйста. Хочу Rolex себе купить. Вот. Сколько он самый дешевый стоит? 1500 долларов? Ну где-то да, 8-10. Десяточку, ребят. Сейчас покажу, какую хочу. Фургончик с мороженым. А эти фургончики реально по городу катаются с музыкой вот этой страшной, блядь. Нихуя. Вот заебись часы, ребят. О, вот это охуенное. Дайте подарок, ребят, на Новый год мне, пожалуйста. Не. Я что, дешевка, блядь? А я тебе что говорю? Это еще мало. Да тут так ебанись на руку, дохуя. Там Джордж Буш прошел. Джордж Буш прошел? А? Бля, я в ахуе. Клипы делайте, смотрите, находите. Временем. Вот тут елка, по-моему, слева сейчас будет. Певица? А, не. Она не здесь. Певица елка? А? Певица елка, да. Да. Все, да, мы на Таймс-сквер. Вот этот шар наверху, который на Новый год спускается, вон он. Куда спускается? Вниз. Куда вниз? Там. А нахуя? А так вот каждый год, типа, когда 12 часов пробивает, он типа... Спускается. Он и так внизу, почему он не наверху? Никак, вон оно наверху, блядь, на крыше. А он куда, прям на пол спускается? Нет, чуть вниз спускается и все. Потом опять поднимается. Ленивые, блядь. Так, минуточку. Ёлка-предательница пишет, чего? В каком, как? Я вообще не знаю, кто такая ёлка. Это за нами едут. Да что? Нас сдали ФБР. Ебать, сирена, блядь, бавовна. Нихуя, это что, Моргенштерна это? Вот. Ха-ха. Это подарок, блядь. Красиво. Это у меня жопа горит, блядь. Там Зеленский прошел, да вы ебанулись. Не, это скорая. Сколько в Москве время? Где-то час ночи. Да хуя. Ноль 19. Ёбаный, никому картонка не нужна. Светло. Ну, почти пришли. А тут на Таймс-сквер всегда светло. Да ёбаный. Pedestrian flow zone. Кто-кто? Хесус Байден умер, только сейчас сообщили. Ок! Ну и где этот ваш Человек-паук? Полетел Байдена спасать. Так, сейчас туда надо. Что хз? Я-то знаю. За мной. Или подожди. Туда. А вот я знаю. Ща будет. Ща, блядь, ща Человек-паук прилетит. Итак, добро пожаловать. Мы на Таймс-сквер. Наконец-то нахуй дошли, блядь.
Вот она, главная улица мира, я бы сказал. Центр вселенной, нахуй. Где одна ебаная реклама. Вы из рекламной улицы сделали, блядь. Сколько здесь стоит, типа, купить его? Что? Мы вот. Еще кишечки продаем стоял. Ну да. Упачки. Recruited Station. Не хочешь пойти в полицию или... Это армия. Ну да. Это, ну, ты реально, тебя там могут мобилизовать, если хочешь. Вот в этой хуйне заходишь туда. Съебать там очередь, нахуй. И, ну, они все хотят мобилизоваться, смотри. Ну, хули, уже платят. Ну, видите, вот эти люди, они стоят в очередь, вот эту штуку. Типа в армию забирают там. Ну, да. Ну, тут добровольно, то есть это добровольцы. Я читать умею. Ебать, они, смотри, все в костюмах, нахуй. Да. Пришли как на это. Как на концерт. Ну, это собеседование, по сути, они же работают тут. А чё там такое? Там что-то происходит. Что нам показывает, ну-ка? Там BTS, блядь, что ли? Ебать. Там что, актер какой-то? А, их фоткают. Ля, сука, ля, блядь. Кто это? А я не знаю. А вот они вот эту хуйню рекламируют. NASDAQ какой-то. Это, видимо, компания эта. Так, мы довольные тоже... Довольные стоят. Кто такие вообще? Это SpaceX? Илон Маск? Встань туда. Мне кажется, все кого-то они запустили сейчас, знаешь, типа, ну, все будут на них смотреть. Где ты, Эстер? Вот он. Ты здесь? Нихуя себе, что надо, блядь? Я, сука, охуевший. Ну, сейчас светло еще просто. Ночью тут охуенно. Вон еще сзади вот эта хуйня. Да хуя. PewDiePie выкупал на 5 минут. Я не знаю. Потому что, ну, набор шкалит. Дорого очень. Очень дорого. Ёбнутые какие-то орут, блядь. Так, надо маме записать. Маме? Маме. 53 тысячи долларов в день. Да ладно, так дешево. Может, тогда соберем, и я тут свой баннер повешу, реально. 53 тысячи долларов в день. Странно, что так дешево. По-моему, дешево. Что, мама, я на Times Square. Ебать, машина едет. А-а-а. Сколько раз мы тут уже были, чат, пиздец. Какой прекрасный Душанбе. О! Что, Буба? Буба. А знаешь, что это за ресторан? Это Форест Гамп. Из фильма. Ресторан. Ты что делаешь, блядь? Что? Ты присесть хочешь? Да, я хочу с людей не запрошмачивать. Это тебе надо туда, вперед. Там есть красная, вон, а, она, блядь, перекрыта, эта лестница, походу. Да, пошли, я сел там. Пойдем. Ага. Спасибо. Взял, выгнал людей. Дальше, запечатлю тебя, как ты куришь на фоне Times Square. Курю на Times Square. Вот так вот. Знаете, вчера еще Майнкрафт играл, сегодня политический комментатор. А завтра куришь на Times Square. Здесь такая суета, понимаете? Ну давай это.
Скажи что-нибудь плохое про Путина, чтобы политубежище получить, давай. Бля, я не знаю, какими словами его культурными обозвать. Все, этого достаточно. Завтра политубежище Байден лично тебе приедет, вручит. Не, вот честно, как-то вот прям вот, не знаю, ну... Я не знаю, может, я еще не вкусил того, чтобы бы мне захотелось это. О, смотри, Russian Agents. Опа, это я. Лицо русских агентов. Беверли Хиллз что-то, гандон какой-то. Купил. Короче, какое-то лицо русского агента вот купило мы, блядь, гандон. Вот нас и спалили, блядь. Заебись. Нет, тут прикольно. Сейчас, кстати, не начинает, тут прикольно, да. А я тебе говорю, тут надо ночью смотреть. Бабулон, блядь, какой-то. Ой, сейчас еще кто. Ох, ебать, рот. Ох, бля, ебаный рот. Где лестница? Да вон там впереди. Мне казалось, она больше. Таймс-сквер? Да нет. Просто небольшая улица, где-то хуяща, да хуяща людей. Ой, бля. Чел в ахуе? Какой? Какой там чел в ахуе? Кац будет? Прям на баннере его, да. Кац свой купить. Блядь, Кац. Я по нему какаю, кстати. Так, понял. Под Стаса ты спишь, под Каца какаешь? Да. Неплохо. Кто там еще есть? Кто там еще есть? Хуй знаю, я есть. Кинь камень в рекламу ПЖ. Что, ебанусь совсем? Только за миллион долларов. Мама попросила, скажи Лёше, когда ты снимаешь видосики, пусть не матюкается, а то малые тоже смотрят. Ладно, не буду больше матюкаться. Я, кстати, об этом подумал, когда ты снимал. Я сматерился такой про себя, думаю, блин, он же видео снимает маме, а я матерюсь. Не, маме похуй, а вот типа малые смотрят. То у меня малая один раз выкинула фразочку русскую. Все равно от этого не избежать. Это понятно. Не мы решаем, кто в итоге будет. Да. О, Зеленский. Где? Во. Person of the year. Персона года, блядь. Вот так вот. Вот так вот она. А я там есть, не? А чё, он так всегда тут висит? А хотя нет, до этого там было что-то другое. Блять, качество хуйня. Ща, подождите, тут Квин намудрил, блять. О! Куда исчез? Ща, минутку. Все, мобилизовали, да. Ну ничего, еще появится. Пить хочу. Пить? Да. Ну тут, блин, ну она вода везде продается. Пойдем купим. Ой, ебать, ничего себе. Что? Свадьба у людей. Камеру верни. У меня есть такое ощущение, что вот на этой вот как-то покрасивее выглядит, что ли, и качество лучше. А на ширике все какое-то скукоженное. Не, ширик нормально. Он просто, когда будет темнее, будет картинка темная. А верни ширик здесь, ты что? Верни ширик. Как бы, ладно, если хотите ширик, я верну ширик. Ну да.
все говорят, что нет. Просто на вот на такой камере качество лучше, ну ладно. Правильно. Да тут жарко. Либо фоткает ля, сука. Ну чё, отдохнул, покурил, пойдем. Куда? Туда, вперед. Он там впереди тоже. Бля, и все теперь в говне. Ну, бля, ребят, я же вам сразу нахуй сказал, что на ширике качество хуже, это нормально. Зато видно все. Это человек, который, как эти, как Питтсбург, который фоткает себе байки за бабки потом. Угу. К ним не подходи, они бабло будут потом требовать. Можно менять иногда, чтобы было качество. Окей. Let's go. Ля, Маус, бля, нихуя супергерой. Вот они, вот они. Вы говорили, где Человек-паук? Вот Человек-паук. Немного растолстел, конечно, но... Смотри, а ко мне, блядь, не подошли. Чё? А к нам не подошли, ебать. И правильно. Ибо не хуй. Посмотрите, кто есть. Чтоб никто... Я там звуков этих в ТикТоке не знаю. Я в ТикТоке не сижу. Нахуй его. Я причем вообще не сижу в ТикТоке. Чтобы вы понимали, вообще нахуй туда не захожу. Ясно. Раз в год туда запилю что-нибудь, а сам я туда вообще не захожу. Не знаю, как у вас. Шевцов ТГ запостил. Кого? Ой, ебать. Золотой какой-то. Что это такое? А что с ним? Сори. Чат, мы на месте. Что такое? Итак, ребят, Макдональдс. Это вам невкусный дрочка. Так, это оригинал Макдональдс. Сейчас я поинт. Давай напомним им, что Макдональдс вообще продается и существует. Что ты делаешь? Поинты. А, господи. Сейчас я отменяю его. Давно не виделись. И запомните, Бургер Кинг говно. А, ясно. Тут нужно свое предложение быть. А ты что хотел? Скип логин. Continue. Ты меня переводчик? Yes. Окей, okay, super match. Че берем? Надо менюшечки найти. Так вот же. Так, а что с $1 предлагают? Да пишет $1, в итоге $3. Все, на ёбщике. А, от 1 до 3, я понял. Так. Бургер. Такие вот цены. Деньги. Нихуя себе. Давай мне тоже. Окей. Okay. Ты два взял? Yeah, а, один нет. Пока. Same drink. Game. Видите? Ноль кал. Здесь ноль кала. Худею, бля. Я могу эту мразь удалить отсюда? Нет, не могу. Так. Еще две штуки, точно такой же я возьму. Все. Ну и мне надо другое. А что тебе надо? Ну, типа маленькую хуйню. Можно вернуться, блядь? Да, можно. Во. Вот это вот, гамбургер. Куда? Нет. Его, блядь, на что его? Что? Ты мне куда, ты не наешься им.
А я не собираюсь тут наедаться в этом Макдаке. Я Макдаки вообще не ем, но... Я наедаться тоже не собираюсь, но вы проверите, что такое. Популяр возьму. Customize ingredients? Да. А что там? Ебать, какой-то понос ребенка, блядь, добавить можно. Фу, сука. Огурчики бери. Да не. Так тут ничего особенного. Опять понос ребенка. Нет, не надо. Все. Воды. Взял воду? Не, ну надо еще обычной воды. Нахуй ты сладкую ты берешь. Что ты? Дринкс не вижу. Кого не видишь? Дринкс. О, это самая опасная вода, от которой люди умирают. Почему? На ютубе куча видосов про эту воду, что она очень опасная. Найс. Но выбора у нас нет. Так, ну что, все? А? Да, блядь, next time, ёпта. To go или here? Here. Here. Так. Сейчас, давай я оплачу. Я могу сам платить? Да, я. Подожди, все? Да. Ого. Вон. А вот с этим, наверное, тут проблема. Ебать людей. А, вон наверх можно подняться. Бля, чё людей-то так много, ёб твою налево. Ну, типа, в суперцентре. Какой у нас номер? 2406. Я думаю, может, стрим уже кончить. Похавать нормально, отдохнуть, погулять. Просто мой чат уже 1000 раз ты все видел. Нет, а я думаю, что надо, да. Ты можешь место пока пойти занять. Или ты хотел постримить? Я постримлю еще. Давай тогда. Давай, тогда телефон-то пойдешь. А ты как будешь подрубать? Просто через приложение какое-нибудь. Призму? Давай тогда, пока настраивай, пока ждем. Я рейд дам, я дам... 40%, поэтому... Каков не сфокусируется? Бля, у меня тоже, кстати, мало зарядка. Вон все экономим, чтобы мы хоть добрались до дома. А что, так мало? Ну, я слишком поздно подрубил. И как бы уже время поздно. Сейчас мы настроим ему. Да. Че? В принципе, не залогинил, ладно. А ты не помнишь логин, что ли? Залогинься. Сейчас, ребят, подключаемся. Вы правильно выдачу стоите, да хуй его знает. 2406. Но я что-то не вижу нашего номера. 2406 нет. Странно. Он в Бургасе. Залогинился? Да. Я называл Нью-Йорк. Нью-Йорк, все правильно. Это вроде с собой. Так тут и с собой, и, соответственно, здесь. Разве нет? Я просто другой касты не вижу, ее тут нет. Только это и все. Nine, 1109.
А где, где наш это тогда? Ты что, to go написано? Олег to go. Вон наверху написано. С собой. А у нас другая какая должна быть? Да я не думаю. Может, нам наверх надо? Не, pick up all orders here написано. А. Только я не вижу свой этот номер. И вот нашего номера нет, в этом и проблема. Он прогресс, а потом он исчез куда-то. Пошел, я врубаю там что-нибудь. Все? Ну, давай. Хорошо. Так, Гвин врубает. Идет? Да. Чат, проверьте стрим Гвина, скажите, пошел стрим, нет? Там лаги, не лаги, у меня сейчас супер отходит. Я бы сказал, как, скажи мне, как ты что, вообще видно совсем? А у тебя чат там работает, видно? Да, у меня все видно. Рейд хуярит. Ну дайте посмотреть, как там стрим начнется. Да, пошел. Ну все, ребят, у Гвина увидимся. Спасибо за стрим, как говорится. Ребят, увидимся. Че? Пойду порешаю тебе это. Значит, пойду с телефоном похвалю. Все, я рейд сейчас дам, ребят. Все, давайте, до завтра, как говорится. Увидимся. Приходите завтра. Все, давайте. Бэ-бэ, ребят. Все, спасибо. Все это правда, но не то, зато прошел отбор в детстве.